нужно будет подойти и забрать. В личных целях, для личного использования. Просто мне интересна генеалогия, я ей увлекаюсь. Я его не знаю, звали его Алексей. На сайте была указана одна книга, 1000 рублей. Но в процессе покупки он сделал скидки. То есть общий. Присаживайтесь. Полынин Алексей, вы задержаны. Подозрение в совершении преступления предусмотрено статьей 164 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хищение предмета, представляющего особую культурную и историческую ценность. Что-нибудь по этому поводу можете пояснить? Не могу, я это не делал. Здесь мужчина.